такой, ну, в очень хорошей комплектации. Нам, да, здесь бесключевой доступ, насколько я вижу, да? Да, и доступ к автомобилю, запуск кнопкой, это в... И дисплей сюда поставили. Да. Для версии Highline, то есть верхнего уровня оснащения, регулировки сидения с памятью, ну, функциональный руль, кнопка старт-стоп, дисплей, сиденье. Что мне здесь нравится, так это то, что здесь места больше для ног, чем у старшего брата. Багажничек. Катка. Система активируется, начиная с 65 км в час. И если вот полосы есть, то будет придерживаться именно в пределах полосы. В любом случае автомобиль действительно, скажем, по-немецки более упругий, нежели вот жесткий. Разметка ему нужна, чтобы было с двух сторон, да, да, да. И скорость повыше. Здесь отсутствием разметки проверить действие не получится. Сейчас он, по идее, должен держать этот парень систем. Да, совершенно сказать, верно. Парень, не забывай. Ну, уже да, зеленая активная горит. Здесь все равно еще пока он видит эту полосу. Он как бы активен, но второй полосы. Но второй нет. Ставим режимы движения в спортивные. Поменяется алгоритм работы коробки передач, усилия на руле и отзывчивости педали газа. Здесь, по идее, а давайте должен... попробуем сейчас, да, спорт режим. Все, вот у нас можно сейчас полицейский проверить. Уже коробка перешла в такой режим боевой. Я бы не сказал, что она жесткая, она 17, 18 еще что-то. Там будет дополнительная панорамная крыша в автомобиле. Ну, я так понимаю, что есть какие-то опции, которые в Airline не становятся, да, по определению. Хотя там это, скорее всего, ограничено вариантами колес, может быть, какой-то внутренней отделки, все остальное практически все доступно. Темная крыша, и хорошо, и плохо одновременно. Вроде бы она и не отвлекает так. В каких-то автомобилях есть, по-моему, даже в этом тоже есть. А здесь нет, ну, только... Тут... А, есть камера заднего вида, да. Камера заднего вида. А в бензиновом там есть. Мне еще надо привыкнуть. Потому что по зеркалам одно, а сюда смотришь немножко по-другому.
точно. А здесь, смотрю, стоит проекционный дисплей. Да, да, да. Сейчас. Не успел я посмотреть, как он выезжает. Я не знаю, в вашем автомобиле уже было зеркало, предлагалось ли внутреннее зеркало без рамки? Вот оно такое более легкое какое-то, оно так воспринимается интереснее. Вот, ну, со строганием происходит более легче, легко. Так.